Сколько стоит здоровье детей, и где его купить? Сколько слез и бессонных ночей нужно заплатить? Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько ей придется взывать за жизнь, что дал ей Бог однажды. Сколько стоит, чтоб в доме цвели цветы любви, цветы покоя, чтобы страх и грех не смогли разграбить дом своим разбоем, знает настоящая мать. И не страшно, и не важно, сколько ей придется страдать за дом, что дал ей Бог однажды. Мудрая жена свой устрояет дом, и Божья благодать пребудет в нем. Путь на небеса жить не для себя, расточает жизнь свою любя. Сколько стоит ребенка душа, отданная Христу, чтобы тот, кто от Бога бежал, склонился ко кресту, знает настоящая мать. И не страшно, и не важно, сколько надо в молитве стоять за тех, кто был ей дан однажды. Время сеять и время придет, чтоб плоды собрать. Тот, кто в терпении ждет, сможет в вере устоять. Знает настоящая мать, и не страшно, и не важно, сколько нужно в терпении ждать, собрать однажды. Мудрая жена свой устрояет дом, и Божья благодать пребудет в нем. Путь на небеса жить не для себя, так растратим жизнь. Жизнь растратим, Господа.